Друзья, всем привет! Посмотрите, в каком месте я сейчас нахожусь. Какая красота! Вид на Босфор. И я пришла в музей. Вау, как здесь классно! Здесь прям мини-лес. И представляете, это все территория музея. Шишки. Скамеечки. В общем, тут круто. Видите, оливковое дерево, даже вот есть плоды. Очень много деревьев, оливок. Здесь вот гранат. И я вот только что прошла, там были мандарины, оливковое дерево вот здесь. Такое ощущение, что я немножко в лесу нахожусь. Вокруг зелень и такой аромат свежести, зелени. Вот эти деревья или цветочки, они так пахнут вкусно. Вау, посмотрите, какой здесь вид открывается. Невероятный вид. Это мост, который соединяет европейскую и азиатскую часть. Просто потрясающий вид. А здесь вот находится сам дом-музей. И сейчас вот сюда вовнутрь зайдем. Но для начала посмотрите на эту красоту. Здесь есть, оказывается, кафе с таким видом шикарным. Снова здесь растут оливки. Это все оливковое дерево. Я уже очень даже хорошо разбираюсь, даже издалека могу сказать, что это оливковое дерево. Вот здесь вот. Какие интересные деревья.
А сейчас я спустилась на набережную. Здесь причал Эмерган из Келесе. Эмерган вот называется. Кстати, здесь вот расписание, во сколько отплывает, во сколько прибывает. И, например, мне нужно именинную. Вот Эмерган. И здесь вот именинное указано время. Bottom of the same time.